Снега немного, но тем не менее кучу малу завалило. Скоро начнем. Ну это кварц ежикова. А это мусковит. Салютка. Хороший мусковит. Но на телефонке интереснее. Это булдыган яшмы. Яшмоид какой-то. Это я тут мучил. Кварц барских ям. Что-то он мне тут. Холодно. Вот это побежалась крокоидовская. Тоже здесь яшма глинская. Последнего забега. А это... Ну, это ясно, что окаменелости. Давно не заглядывал в кучку. Отпечатки водорослей там. Ясно, это первомайская зверевская. Это халцедончик. Озерный. Все застыло, все пристыло. Моет. О, на пегматите. Вот пегматит такой вот. Видишь, червячок. Слюдка. Мусковит красивая. Вот он с этой стороны. Пегматит классно смотрится. О, мусковитик. Пачки мусковита. Глинская яшма. Попробую нынче в другом месте яшму посмотреть. Интересно. По берегам реки Реж там во многих местах есть. Ну, это вот кварчик аметистовидный. Фиолетовым отдает. Это Артемовский район. Спасибо Серому. Его подарок. Как он здесь оказался, непонятно. Тоже пегматит. Вот классика пегматит. Щеткой назвать, как говорят, рука не поднимается, но тем не менее эти кварцы. А это, ну это из разряда окаменелости, кальцит и прочее, там тоже помню, что кальцит лежал. Ну да ладно, снега немного, но надо убрать. Дело с домика. Дождемся лета, хотя некоторые вещи меня радуют. Вот хорошо смотрится халцедон с копией студенческой. Это тоже оттуда. Красивые вещи. Тоже поблескивает. Его резать надо. Вау.
заберу-ка я его с собой. Такую красотулю. Кварц. Видите, какой шестоватый, в кристалл переходит. А вот это кварц. Но кварц, по-моему, из аметистовидной копии. Не помню уже. Интересный тоже экземпляр. Вот так вот его на просвет, если даже вот так вот видно. Такая халцедоновая корочка. Приятственная. Симпатичные камни. Но уж больно большие. Большие. И здесь, смотрите, корочки кристаллов. Ой, ударился. Так. Надо забрать, что здесь делает берилл, не место ему. Из той же серии. Ну, это хризокола, наверное, на буром железняке, видно, рудянская. О, камни-то невозможно поднять, пристыли. Тоже корочка. Заберем. Вот корка. Это вообще так цвет изумительный. Ух ты. А он что здесь делает? Тоже щетка кварцевая. С одной. Ну вот интересный образец. Все руки не доходили. Возьму домой. Отмыть надо. Зелень, а это крокоид тут, первомайска зверевская. Ну, тоже интересная щетка кварцевая. Перелифт. Все в снегу.
все в снегу.